Мы продолжаем делиться полезными народными рецептами и в этом видео расскажем о средствах, которые помогут при заболеваниях суставов. 2 столовые ложки плодов шиповника заливаем стаканом горячей воды и настаиваем в течение часа. В теплый отвар добавляем 10 граммов желатина и хорошо перемешиваем, после чего помещаем все в холодильник. Принимаем застывшую массу натощак за 20 минут до еды. Коллаген, содержащийся в желатине, укрепит кости, восстановит хрящевую ткань и предотвратит дегенеративные изменения в суставах. 1 стакан семян подсолнечника измельчаем в блендере и к полученной массе добавляем натуральный мед, пропорция 1 к 1. Принимаем по 1 столовой ложке ежедневно. Входящие в состав семян кальция и фосфор благотворно повлияют на весь опорно-двигательный аппарат в целом и на суставы в частности. 3 столовые ложки тыквенных семечек заливаем 300 мл холодной воды, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Полученный отвар принимаем перед сном по 50 мл. Семена тыквы уплотняют кости и снимают воспаление в суставах. 240 граммов очищенных грецких орехов заливаем 240 мл водки, закрываем крышкой и настаиваем в темном месте около 1 месяца. Полученную жидкость используем для компрессов 2 раза в сутки. Орехи богаты жирными кислотами омега-3, они поддерживают кости в нормальном состоянии, благотворно влияют на суставы и защищают от развития таких заболеваний, как ревматизм, артрит и остеопороз.